Жители Кореевского сельского поселения вместе с сотрудниками Краснокамской администрации заведуют социальной частью. При оформлении списков пострадавших все еще возникают новые люди и появляются дополнения. Для оформления материальной помощи жителям, которые сами восстанавливают свое жилье, советуют собирать чеки. Потом на основании этого затраченная сумма будет возвращена. У некоторых кореевцев вместе с вещами и продукты пришли в негодность. У жителей очень много забот, и они активно пользуются созданными благами, горячим питанием, продуктами, которые можно забрать. Любые желающие могут также привезти в пункт сбора гуманитарной помощи такие продукты, как тушенка, консервы, подсолнечное масло, крупы, то есть любые не скоро портящиеся продукты. Само здание сельской администрации тоже сильно пострадало. Совместно с жилыми домами восстанавливали и школу, и детский сад. И, наконец, очередь дошла и до административного здания. В прошлые выходные были установлены пластиковые окна, крышу заново закрыли. В помещении библиотеки принимают всевозможные обращения жителей. Пострадавшие подходят к компетентным сотрудникам и находят ответы на свои вопросы. Также оставляют свои заявления на питание, материальную помощь и другое. Проблемы всех обратившихся рассматривают индивидуально. Необходимо информация также вывешена и на стендах перед администрацией, с которой граждане в любое время могут ознакомиться. Много разных вопросов приходится решать сотрудникам администрации. Например, прямо в здании администрации временно поселили многодетную семью. Также жительница Казахстана не могла найти средства, чтобы уехать на родину, и ей помогли с деньгами. Во всех этих проблемах находится решение. Нет безвыходных ситуаций, но работа еще продолжается.
В беде никто не остался без внимания. Кому-то помогают родственники, друзья, кому-то коллеги по работе оказывают поддержку. И без волонтеров тоже не обходится. Эльмира Лединова, Вероника Перминова, программа «День за днем».